ojos. Всем привет, с вами Settler 21, и сегодня мы будем играть в World of Tanks. Ну, мы немножко с другом решили в тренировочной комнате погонять, попрыгать по Химмельсдорфу. Да? У меня, конечно, только 10 FPS, может быть. Как тебя сейчас на базу? На своем пазике. Мне кто-то пишет уже. Да где ты находишься? Ага, вот где ты 15-й. Ты не засветил? Да, уже. Как тебе местечко? Норм. Ой, у меня кассета закончилась. Восстановилась. Эй, я выиграл. Давай, я перед комом буду стоять. Давай. Следующий бой ты будешь перед комом. Ну и что-то нам присоединится. Посмотрим. Победа, видите, победа. 33 попадания. Давай. Давай. Будем делать выстрелы. Встанем посередине, будем стрелять друг друга, понял? Угу. Ты передо мной, я перед тобой. И будем так разные танки пробовать. Классы. Нет, на небольшом расстоянии. Понял? Mm-hmm. Вот я, вот ты. Только до того, как мы не ставим на позиции, не стреляем. Классен? Mm-hmm. А то я тебя обкручу и расстреляю с пулеметика своего. Так учти, у меня один выстрел, это кассета. Вот сюда вот едь. Или ты, а, ты не видишь, да. Короче, в центр, к фонтанчику едь. Mm-hmm. На мид. На мид, короче, понял? Мид only. Такая штука 9 FPS, но мне так нормально. Снимать, конечно, плохо. У меня 30. У меня без съемки 60. О, ты уже на этом? Ну давай встанем, друг на друга смотреть будем. Так, становись напротив меня. Ну, стреляй. Стой. Да блин, я попасть не могу. Но. Танкую ромбиком. Я не мог тебя пробить. А знаешь почему? Ну. Я ромбиком стоял. Mm. Учись танковать. Ну что, какие теперь танки берем? Есть 5-й уровень? Да. Гробик на стуга. Угу. А ты знаешь, как менять танки так? Угу. А я ж меняю. Ай, ну да. Так. Где мой гробик? Ой, стук. Тоже на центр выезжаем и там же стреляемся. Понял? Едем. На фонтан едем? Да. Фонтан онли. Но ты меня, наверное, убьешь быстро. Ну, стук. Когда у тебя перезаряд? 5 секунд. А у меня 7. Но у меня снаряды не такие сильные, как у тебя. Ну, сейчас посмотрим, что лучше. Стук или Панзер с FL-4C. Ну, или как там, казачьи с FL-4C. Ну, на фонтан, короче. На Мидас. Мне надо собрать Мидас на Стуга. Я в лесу пофармлю. Но если я могу тебя с двух выстрелов убить. Я тоже. С трех тебя. Но ты меня с двух не убьешь. У тебя дамаг альфа сколько? 260. Ничего себе! Альфа у тебя.
Сейчас скажу точно, какая у меня перезарядка. 7 секунд. А у меня 5.16. Ну давай на фонтанчик. Ну, я могу танковать против тебя. Эта штучка всегда мне помогала. О, Кробик, ты уже тут? А ты монстр. Ты меня видишь? Да. Давай, ты первый. В этом сражении победил Гробик. Ты мне двигатель разрушил. Ха, я тебя подбил все-таки движок, все-таки правильно туда бил. А теперь давай выйдем на фонтан. И бой между КВ и 3-4. Именно такой бой, как бы кружимся. Понял? Угу. Только главное выйти. Я квас могу взять. Не бери квас, у меня только 3-4 еще не топовая. 85-я. О, Черчилль. Отлично. Как кстати, раз. Кстати, кто не знает, Черчилль это за голды. Да все знают, что Черчилль за голду. Ну мало ли. Мало ли. Вообще-то Черчилль штук 8 еще без голды можно купить. Черчилль 1, 7, Черчилль, Черчилль 6, Черчилль Ганкарьер. Это ужас. Куда едем? На фонтан. Рашить фонтан будем. Фонтан новый. Как не перезарядка? У меня перезарядка 5 секунд. Знаешь, что такое Е25? У него... Черепашка-ниндзя, у него перезарядка 3 секунды. Даже меньше. 2,5 где-то. Я хочу. Я очень хочу. Я хочу себе Е25 и льва. А, у меня перезарядка 2 секунды. Ого. Быстро. Только я уже на миду. Раз, два, раз, два, да. Ты где? Я еду. Я тебя не вижу. Я тебе тоже. Ты по центру? Угу. Я тоже. Пробитие. Пробитие. Танкуем ромбом. Танкуем ромбом. Гуслю повредил. Пробил. Пробитие. Как ты так стоишь? Ромбиком встань. Стой. Вот так как я. Да, так? Да, да. Немножко еще назад немножко. В другую сторону, от которой ты откатывался. Пробитие. Видишь? Так. Еще. Шанс разрыва увеличен. Давай, ты 3-4, а я этого кваса. И кваса. Посмотрим. Кваса. Ага, у меня был шанс. Я 3-4-85 возьму в следующий раз. Хорошо, бери. Вишек танковать надо. Угу. Что тебе там повредило было? Два модуля. Гусеницу и боеукладку, да? Да. У меня класса нету. Чуть-чуть бы повоевал бы, у меня была бы пушка за 17 тысяч. Я в тебя точно бы мог бы разнести властью. Да у тебя фугасница сейчас. Я фугасников не люблю, они плохие. Но не слишком мощные. Нет, у них перезарядка долгая, они косые, как муравьи. У меня, как всегда, 20 на победу, я победил 2 из 3. Сейчас посмотрим. И при том средний танк в этот раз выиграл тяжа. Ну, да. Ну что ты хочешь? Это ж великое британское танкостроение. Ему простительно все. Ну вот советские 34-ки. Это уже. Ну ты меня пробьешь. Ну хорошо очень. Да я тебя, я конечно тебя пробью. И прилично пробью. И ты меня пробьешь. Но ты можешь меня не пробить, я ж танкую ромбиком. А на классе танковать ромбиком нельзя.
Понял? У Кваса лбом танкуем, как и у Юсов. У Юсов и Кваса танкующийся лоб только. Вот такие Квасы. Ну что ты там, где уже? Я уже возле фонтана. Я уже там. Только сперва я стреляю. Да кто тебе такое сказал? А, ну с этой стороны теперь. Бздунишка. Твой косо стреляю теперь из-за тебя. Я тебе оружие повредил? Да? Да. Но я его восстановил. На 130 раз дамажил вообще монстр. Что повредил? 80. Да шо ж это? Муслю повредил. Че, боишься, да? Тоже? Великий класс боится всего такую-то там 34-ку. Да, и у тебя процент побед почему-то выше. Что ты там спрятал, Садик? Спасибо. Я по тебя выиграю в этот раз. Ты, гадёныш, контузил моего наводчика. Я тебя фугас пустил, но не уверен, что фугас тебя пробьет. Вот так матерая 34-ка побеждает всеми известного Кваса. Да ну ж она косая, а. Ща выцелю в лючок в механика-водителя, только выйдь, только выйдь. Да ну ты рикошетный, пацан. И что ты там говорил? Я тебе уже в лючок раз выцелил, я тебе сейчас второй раз. Да какого ты рикошетишь? Печальный чувак. Выцелил в лючок, все, рад. Бородач. Только выйти, я тебе говорю, я тебе второй раз лючок стрельну. А, вот куда ты мне стрелял. Да, в люк. Давай еще бой. На чем? На этих же. Счет 2-2. Давай. Блин, я в минуса ухожу. А от этого процент побед не падает. Да не из этого деньги. Ладно. Такая разница. Там немножко нравится. Я тебе сейчас раздамажу. В этот раз я тебя не буду терпеть. Пошли в бой, потом сыграем. Я на пушку накоплю и сыграем. Мне тоже на пушку накопить, что ты хочешь. Если у тебя там будет та фугасница и то те 122 миллиметра, я ж вообще не выживу никогда. Ну так. Я если что там же буду, наверное. Мне сейчас 15500 опыта, мне надо еще 500. Не так, а я уже куплю. Норм.
Бой начинается. Ну хоть сложусь теперь я нормально. Ты что, пушку новую купил? Да нет, просто тогда у меня было повреждено орудие. Промахнешься. А я не промахнусь. Пробитие. Ты не попал. Что? А, ты мне в ствол попал. В ствол попал? Ну да. Так ты мне его не попал. Косо я выстрелил, согласен. Рикошет. Ты в меня попал хотя бы? На рикошет. Движение невозможно. Я стой на месте, пожалуйста, стой. Дай я пошёл. Да. Какая классная штука. Давай еще раз. Не, уже давай на других. Ну да, все-таки в этот раз ты меня выиграл. Не, пошли в бой, а то я в минуса ухожу конкретно. У меня 600 кредитов сняли. За выигрыш. Все, давай, пошли. Давай еще один боек на каких-то танках. Ну давай. Коть, давай на Т-82, а? У тебя 6 Т-82, да? Я его продал. Да есть у тебя Т-82, не надо. А, у меня 15973. Давай, бери его. Т-82, у тебя есть Т-82? ПТ-шка американская, после Т-18. Ну хорошо, в бой. Встречаемся на центре. Угу. Как, ну как с ПЗ. Хорошо? Угу. Уже бой не идет. Только я тебя буду кружлять. Потому что ты меня налегке убьешь. У меня пушка первая. Она как та, которая у тебя была. Она такая косая. А ты еще с ней? Да, я еще с ней. Так что выезжаем и смотрим, кто кого. Хорошо. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Пошел. И притом у меня перезарядка 13 секунд. На центре встречаемся, строимся, а потом уже стреляем. Не сразу стреляем, понял? Я еще еду 50. Ну, Е60. Ты там где? Я еду. Эдик, на мид, я сказал. Я ж не могу на тебя прицелиться. Эдик, я быстро остановился. Дай мне 5 секунд, а? Дай мне 5 секунд. Я тебя не пробил. Эдик, ну дал. Еще раз, еще раз. Я тебя не пробил. Еще раз. Я тебя не пробил. Еще раз. Да я... Пойми, выедь. Только стой, да, я возьму ее. Т-82. Мы выезжаем на мид и стреляемся. Угу. Давай быстрее. И сделаем по 3 выстрела. Кто первый стреляет? Ты. Хорошо. Если убьешь меня с одного выстрела, следующий еще раз, и потом я стреляю один раз. Да я всегда тут снизу спавнюсь, это вообще ужасно.
Но она такая косая. Ну это да, это немножко есть. Первая пушка всегда у всех косая. Ты не знаешь, какая была первая пушка на ДВ2? Mm. Да, все ужас. Полный. Понял, я ж КВ на первом был тогда. Мой брат взял Т-82 и меня бил. С 9 патронов меня убил. Убил? Да, он меня, а я пока стоял. А. Ты где? Я уже на фонтане. Тоже, я тебя не вижу. Я тебя тоже. А вот он. Давай, первый выстрел твой. Стой, мне надо прицелиться. Да мне тоже. Бей. Чего? Гача! Чего? Попадание! А. Попадание, я сказала. Ладно, пошли в бой. Спасибо за просмотр моего канала. Подписывайтесь на него. Ставьте лайки, приглашайте друзей и все такое. Спасибо, с вами был Сазар21 и... И я. Да, и он. Я ему все повредил. Спасибо, всем.